Мужчина увидел, как кто-то вылазит из подвала. Разглядев, он увидел то, что это его покойная жена. Dark Ghost. Всем привет, друзья! Я снова в заброшенном доме. В этом доме жило два человека, муж и его жена. После того, как жена умерла, в доме начали происходить жуткие вещи. Покойная женщина начала являться в этот дом по ночам. В одну из ночей, в комнате, освещенном лунным светом, мужчина увидел, как кто-то вылазит из подвала. Разглядев, он увидел то, что это его покойная жена. После чего она подползла к нему. Мужчина был в оцепенении, и все это продолжалось минут 10. После она исчезла. То он каждую ночь слышал шумы, стук в стену, ходьбу по комнате. На этом история обрывается. Как все закончилось, никто не знает. Итак, друзья, сейчас вкратце покажу этот дом. Здесь вот такая вот веранда, вход. Да, здесь, конечно, реально. Фу, блин. Птица напугала меня. Так, а как он сюда залетел? А, через чердак. Значит, вылетит. Вот, если это проломится, то все обвалится. Здесь такая небольшая комната какая-то. Надеюсь, не провалился. Это такое. Ну, в общем, как-то так. По поводу ЭГФ. К сожалению, ЭГФ не будет больше. В аналитике все узнаете более подробнее, что с ним случилось и что случилось с моей мини-камерой, которую я снимал в ночном режиме. Все это увидите в аналитике. Все. Я буду находиться в той комнате, также с камерой. И пытаться на диктофон что-нибудь записать. Так как у меня нету ЭГФ, теперь буду с диктофоном. Я буду записывать на диктофон
и ждать паранормальной активности. Камеру я там установил с красным фильтром. Так, запись пошла. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Как я уже говорил, кровать стояла в той комнате. И та женщина вылезала с подвала. Подвал этот завален. К сожалению, туда пробраться я не могу. Но камера у меня стоит в той комнате, так что если что-то там будет, надеюсь, она заснимет. И странно, на чердаке вот эти шорохи. Ну, будто бы кто-то ходит. Блин. Здесь в этом доме такая атмосфера, блин, нагнетающая. Реально жутко. Чуть попозже я похожу со вспышкой. Сейчас пробежал там. Стука, я не помню, наверху. Всех сторон. Кто здесь?
Вот этот подвал. Ощущение, будто бы, ну, маленький человек, не взрослый, такие маленькие шажочки. Так, все, друзья, сейчас буду спускать камеру в подвал.
Так, все, друзья, микрофон я закрепил. Сейчас он успокоится, перестанет крутиться. Ну а я пока посижу в полной тишине, чтобы, ну, посторонних звуков не было. Так, все, друзья, прошло уже порядком времени, думаю, хватит записи. Он что, все крутился? А, там ветер дует, сквозняк. Угу. Вот почему он крутится. Стоял в коридоре, была полная тишина, не знаю, ни шорохов, ничего не было, будто бы этот полтергейст, ну или что, здесь дух неупокоенный этой женщины успокоился, не знаю. Еще побуду, конечно, тут сижу. Сейчас уберу микрофон и похожу пока по дому. Уже час, ничего не происходит. Не знаю, полная тишина.
улице идет дождь. Тут, друзья, реально очень жуткое место. Тут даже находиться просто уже не по себе становится. Поэтому, друзья, очень жаль, что так получилось с ЭГФ. То, что теперь у меня нет ЭГФ. Но зато я много чего заснял. Заснял вот, все вот эти шумы. Открывание вот этой в столе дверцы. Блин, это реально жестко. Мои ощущения, вот я говорю, находиться здесь очень жутко. Просто не по себе. Я уже бывал в таких домах, где просто даже если нету ничего паранормального, ну, не проявляется ничего. Все равно в некоторых домах очень-очень такая атмосфера, энергетика, которая очень давит. И здесь. Здесь, помимо того, что вот такая атмосфера и энергетика, здесь еще есть паранормальная. Паранормальная активность. Неупокоенная душа, либо полтергейст, либо еще кто-то, какая-то сущность. Я не знаю. Но то, что здесь есть паранормальное, это точно. Вы это видели. В общем, друзья, еще немного побуду. Ну что, все уже, свет скоро погаснет. А без света здесь находиться смысла мне нету. У меня нет ночных камер. В общем, все, друзья. Если что-то будет, включусь. Вот и все. Свет закончился один. Этот уже тоже тускнеет. Что-то просто треснуло. Все уже плохо становится видно здесь. Лампа тускнеет, поэтому буду собираться, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на лайв-канал, на группу ВКонтакте и Инстаграм. Если хотите, чтобы я сюда еще раз вернулся, пишите в комментариях и ставьте лайки, чтобы я знал, что вам это понравилось. А так, всем пока. Я еще такой эксперимент не проводил, поэтому это сейчас будет впервые. Ты можешь выйти со мной на связь? Здесь сегодня я точно остаюсь, как бы реально не было страшно, ужасно. Dark Ghost. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в заброшенном доме, в котором, по словам бывших жителей этого дома, бушует просто жесткий полтергейст. Все начиналось с небольшой паранормальной активности, ну а закончилось все просто лютой жестью. Здесь уже много лет никто не живет. Дом вот уже в таком плачевном состоянии. Сейчас я вам его покажу. И сегодня я попытаюсь выяснить, кто здесь, что за сущность обитает в этом доме, и попытаюсь выйти с ней на связь при помощи ЭГФ. Итак, друзья. Вот такой здесь погром.
эти фотки. Блин, я их терпеть не могу. Сейчас, друзья, я покажу, я сам смотреть не хочу, если честно. Сеанс ЭГФ, друзья, я, скорее всего, проведу в этой комнате. Сейчас я расставлю штативы. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Ты можешь выйти со мной на связь? Дай мне знак. Ты можешь выйти со мной на связь?
Не знаю, друзья, пока что полная тишина. Вот только слышал стуки, грохот в соседней комнате. Возможно, это просто падают кирпичи. Но когда я попросил «дай мне знак», и опять был стук. Возможно, это совпадение, но я думаю, что здесь по-любому что-то есть. Не зря же жильцы этого дома говорили про то, что здесь творится лютая бесовщина. Ты можешь выйти со мной на связь? Звук, как будто под полом кто-то сидит и бьет. Вот, только что сейчас был звук, будто бы кто-то... Удары, в общем, исходили отсюда. Будто бы кто-то из подвала. Ты можешь выйти со мной на связь? Попробую выключить весь свет и с другого фотоаппарата пофотографировать на длительные выдержки. Я еще такой эксперимент не проводил, поэтому это сейчас будет впервые. Не знаю, что с этого получится, но попробовать можно. В общем, все, друзья, сейчас пробуем. Вот фотоаппарат. Я выключаю свет. Темнота. Так, выдержка. Посмотрим. Вроде ничего там не видно сейчас. Пробуем еще в этот бок. Блин. Нет. Опять же ничего. Сейчас попробую меньше выдержку делать. Ничего нету. Возможно, это и не работает. Ну-ка на шкаф. Нет. Все фотки вы увидите, я все буду видео вставлять.
Ну-ка. Что за... Видите, затемнение вот тут сбоку. Попробуем еще раз. Не показалось, или там тень была сейчас? Реально. Вот там. Ладно, друзья, не знаю, что там будет на фотографиях. Нужно будет посмотреть позже еще. Позже еще пофотографирую. Можно голову разбить. Не понимаю, может, этот полтергейст, эта сущность покинула дом вместе с жителями. Чердак есть. Можно, кстати, посмотреть, что там. Блин, главное не упасть. Гвоздики какие-то набиты. Опа. Что это такое? Блин, некуда встать. Лестницы нет. Попробую сейчас упереться на шкаф и залезть. Камеру пока я поставлю. Я здесь. Как-то слишком большой чердак. Так, ладно, эта камера. Пускай тут. Я брать с собой не буду. Это что такое? Счеты какие-то. Ничего себе. Первый раз такие вижу. Какой-то самопальный штатив. Не, не самопальный. Просто старинный. Ладно, пошел я вниз. Сейчас снова
запущу ЭГФ и пофотографирую. Буду слезать. Так, друзья. Так, он будет сразу делать 10 фотографий. Не знаю, возможно, что-то там и будет. Потом посмотрим. Ты можешь выйти со мной на связь? Охереть. Ты можешь выйти со мной на связь? Ты здесь? Выйди со мной на связь. Попробую этот угол пофоткать. То, что вот здесь. Вот. Опять. Будто бы кто-то из подвала. Охренеть, блядь. Мне по ноге реально зацепило сейчас. Кто здесь? Кто здесь?
мне надо успокоиться. Все, друзья, здесь сегодня я точно остаюсь. Как бы реально не было страшно, ужасно. Особенно, когда шкаф падал конкретно на меня. Камера это не видела, но я уже когда боком поворачивался, он зацепил мне по ноге. И конкретно шкаф падал на меня. Вот. Все, друзья, я буду здесь оставаться до того момента, пока мне не ответят по ЕГФ. И они бегают вокруг. Dark Ghost. Заброшенная деревня, в которой находится дом жутко леденящей кровь истории. Дом реконструировался не раз за все время. В 1913 году в этом доме жила женщина, которая занималась черной магией. Помимо всего, про нее ходили слухи и то, что она похищала молодых девушек и держала у себя в подвале. Как именно пожилая женщина похищала молодых девушек, остается загадкой. Также остается загадкой то, для чего она их похищала. Есть легенда, то, что эта женщина приносила молодых девушек в жертву темным силам, тем самым получал молодость взамен. Эта история покрыта мраком и тайной. И сегодня я попытаюсь выяснить, что же на самом деле происходило в этом доме. Всем привет, друзья! Как и обещал, я приехал в дом Пелагея. Сегодня я проведу сеанс ЭГФ, расставлю камеры и попытаюсь выяснить, что же на самом деле произошло в этом доме. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Пока полная тишина. Сейчас в этой комнате я установлю камеру, вот как раз, наверное, на этот шкаф. Потому что в тот раз активность была в этом шкафу. Вот. Ну а потом, скорее всего, спущусь в подвал. Опять же с ЭГФ. Уже второй раз пробую ЭГФ, полная тишина, никаких признаков паранормального нету, никаких стуков, ничего. Я уже здесь порядком времени, уже вот темнеет на улице. Туман. Поэтому я не знаю, будет ли что здесь. Я думаю, по-любому что-то будет. Не знаю, либо это мне сейчас показалось, либо кто-то таким женским грубым голосом. Yeah.
В общем, все, друзья, сейчас я установлю камеру и уже тогда включусь. Установлю камеру и как раз возьму ЭГФ и пойду в подвал. Так, первая камера пошла. Так, друзья, сейчас я установлю здесь красный фильтр. Включу камеру. Так. Так, все, запись пошла. Окей. А в это время я возьму сейчас ЭГФ и пойду в подвал. Доска или что? Доска. Ну, тут хлама. Туалеты какие-то. Ты туда. Высота, наверное, 2 метра. От земли до потолка. Ну-ка, ну-ка. Решетки на окнах. Ну вот эта кладка, вот этот фундамент, как я уже говорил ранее, это еще с дома Пелагея. Ну, вернее, со времен Пелагея. Так, я думаю, я здесь и проведу. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Двойные полы. Блин.
Друзья, не знаю, слышали вы или нет, но это точно мне не должно было показаться. Будто бы дыхание такое. Или хрип. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Дай мне знак, если ты здесь. В общем, друзья, сейчас был в подвале, отсидел еще, наверное, минут 20. Больше так ничего нету. ПГФ никто не ответил. А вот возвращаясь домой, в дом сюда, в той стороне, я услышал какие-то крики. О. И они бегают вокруг. Вот то, туда, сюда. Итак, друзья, все, зажег свечи. Вот. Как вы просили в тот раз сфоткать шкаф. Сейчас пойду фоткать шкаф. Так, сейчас я отключаю свет и буду фоткать. Сейчас эту комнату все. Еще раз. Так, в общем, все, друзья, буду приступать к ГФ. Буду снимать на эту камеру, потому что у нее светочувствительность лучше, чем у GoPro. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Есть кто-нибудь есть из мира духов?
Опа. Она еще погасла. Я могу вам чем-нибудь помочь? Я могу вам чем-нибудь помочь? Дайте знак. Я могу вам чем-нибудь помочь? Ну, так, наверное, слишком светло. Там что-то разбилось. Мне кажется, будто такое ощущение, будто бы кто-то поет. Офигеть. Сначала я думал, это землетрясение, блин. Я могу вам чем-нибудь помочь? Именно вот эта тряска дома. Это вообще пипец. Ты нам не поможешь. Почему? Может, все же я могу как-то вам помочь?
выпустить вас отсюда. Я пришел вам помочь. Уходи. Ты не узнаешь. Не узнаю что? Той правды, которую я хотел узнать, что с вами произошло. Ты умрешь. Уходи. Не тревожь нас. Все, друзья, вот перед моим уходом гром загремел. Раз они сказали уходить, то что им не нужна помощь, значит я пойду. И дождь пошел. Супер. Ну и на этом доме все, друзья. Мне четко и ясно сказали уходить. То, что ничем я им не помогу. И вот в конце уже были угрозы. Так что все, на этом доме я заканчиваю. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой лайв-канал, инстаграм и группу ВКонтакте. Всем пока. Вот представляете, друзья, по такой погоде, когда гремит гром, сверкает молния, мне идти километра три, наверное, по лесу. Сейчас вот по этой тропе, потом через лес, через поле и выходить только к машине. Это полный пипец. Еще здесь вот, который вой, вот как раз я сейчас пойду возле этого столба, вот там был вой, и там дом еще один стоит, заброшенный. Вот там был вой. Dark Ghost.